Всем привет! С вами канал Tiger Now Play, и это мой первый взгляд по игре Dragon Jin Soup. Эта игра относится к жанру ролевые игры и займет у вас чуть менее 5 мегабайт на вашей PS Vita. Dragon Jin Soup совмещает несколько жанров в одной игре, наполовину захватывающего тактическое RPG, наполовину roguelike, со щепоткой грубоватого юмора и щедрой порцией убийств и безумия в процедурно созданном фэнтезийном мире. Знакомьтесь, Ред Робин, очаровательная девушка, алкоголик и по совместительству охотник за преступниками, который, скорее всего, кинется в драку, чем понесет бабушке пирожки. В качестве Робин игрок должен путешествовать по Ассури, красочному фэнтезийному миру, который находится на спине огромной космической черепахи, и раскрыть секрет своего кровавого прошлого. Также Dragon Fin Soup сделан вручную студии из 5 человек Dream Bros. LLC. Благодаря CrossBuy вы сможете загрузить версию этого продукта для PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation Vita. Ну что ж, давайте посмотрим. Здесь можно выбрать Story мод, Survival мод, какой-то лабиринт. Так. Ready, кредит, options, как обычно в options. Так, какие языки здесь есть, давайте посмотрим. Английский. Так, здесь, ну, здесь русского нету, или есть, или нету. Сейчас еще раз. Это... Так, давайте назад. А, нету здесь только вот 6 языков, все, больше нету. Так, ну так же настройки звука, как обычно. Громкость музыки, громкость эффектов. Так, давайте начнем Story мод. New Game. Да, первый раз я только запускаю. Classic Hardcore, давайте Classic сделаем. Давай. Так, давайте, Робин у нас больше вроде бы... А нет. Так. Давайте Робин же выберем. Давайте. Так же. Тут история идет. Кстати, эту игру можете скачать вы совершенно бесплатно. Она входит в подписку PlayStation Plus, и в ноябре вы сможете ее совершенно бесплатно скачать на PS Vita. Так, давайте. А, вот загрузка пошла. Так, и где мы оказались? Как здесь передвигаться? А это такие входят, они меня убить хотят, что ли? Они за мной просто ходят. Так, куда нам идти надо? Дождь идет, гроза, не видно ничего. Но они за мной ходят.
Да. О. Да, пицца атака. Нет, стой, стой, стой. Я случайно дробовик зарядил. Тут еще помимо простой атаки, я могу с помощью курка L выбирать вот оружие вот внизу. Первое не помню, что за оружие, второе это дробовик, третье бомба, но они у меня заканчиваются, ограниченное количество. Управляем не стиками, а кристаллиной, почему это сделали. Вот, сундук, вижу, сундук. Так, нашли какой-то скелет. Вот меня ни хера не видно. Да, вот домик какой-то вижу. Куда домик? Дверь закрыта? Да, дверь закрыта. Вот, давайте не можем, давайте выше посмотрим. Так, чуть-чуть яркость прибавлю, а то плохо видно. Вот так получится. Так, что такое? Что за хер такой вышел? Он всех нас перебил. Ну, валим. А он меня завалил. Я не знаю, какого он будет бить. И чем его бить? Так по сюжету думаю. Сейчас посмотрим. Опять загрузка идет. А нет, так было задумано. Так, волчонок какой-то. Где выход, бля? А, это наш сундук, что ли, хватит? Можем сюда шмотки перекидывать. Ой, бомбу случайно поставил. Так, бабки. Так, ну тут ни хера нету. Как на улицу выйти? Так, вот на улицу вышли. Так, вот мы. Здесь уже подсветку можно убрать. Последний. Ну, так получше. Так.
здесь нихера ничего нету. А как здесь вообще в Options что? Менюшки что вообще есть? Так, инвентарь. Можно открывать, смотри, у нас сумка большая. На шмотки одевать на себя можно. Перчатки, ну тут очень много шмоток на себя можно одевать. Перчатки, плащи, ботинки. И ботинки, перчатки на каждую руку отдельно надо делать. Шляпа, амулеты или серьги, что это, кольца. У меня пока только один кинжал, тут еще можно двуручное, можно так сказать, получается оружие. Также тут еще есть, вот в инвентаре должна быть лопата, у меня нету. Есть раздел ячейка под лопату, удочку и еще какой-то крючок. Походу рыбу ловить можно здесь, копать чуть. Скиллы пока ничего нету. Так, вот крафтинг тут еще есть, можно будет всякие штучки создавать. Питомец есть. У меня пока один только волк, пет, значит питомца можно будет заводить. Квест, ну и сейф. А, ну это сенсорно просто нажимать. Так, что за овечка, стой. Ой, я забор сломал. Не с меня бабки вычитали, походу. Так, где эта мудакаська? На карте вообще нам направление показывает, куда идти надо. Так, нам сюда не зайти. А это что такое? Не знаю. Ну, а можно потренироваться на этих. Так, кого нам найти-то надо? Где он вообще есть? Какая-то кафешка, что-то такое, столовая. Так, мы внутрь зашли, да? Это какой-то кафешки. Так, и чё тут? Нам вообще кого надо найти? Find me cook tavern. Ну вот мы в таверне. Ты не поговоришь? А, вон чувак стоит. У него задание, походу. Да, вот Джим. Так, ну что за квест ты мне дал? Что это такое было? Бил какой-то. Так. Убить кого-то надо, кого? Долго вот здесь загрузки между переходами. Так, на карте вообще показано, кого убить. Что-то погода сразу изменилась.
А, вон показаны на карте красные такие точки, значит, ним, скорее всего, сделаны. Да, никого не видит. Ну, никого не пробить, мне уровень поднял. Мозги у нас дробаша. Овечку заводил. С нее какой-то клочок шерсти дорвал. Так, что здесь кто-то показывает? Ну, забор можно разбирать на дрова. Да я был здесь, я понял. Где еще мон? Еще двоих надо убить. А, вот он. Так не успел дать мои же мобы звезды. Мой волчонок убил его. Так, еще один, да? Так, бабло себе добрал. Патроны на дробовик выбили. Так, медпун какой-то. Так, темнее, что ли? Надеюсь, как чуть плохо видно стало. Да где еще один? Все, убили. Он показ на карту возвращаться надо. Ну сюда, наверное, красиво возвращаться. Куда еще? Давайте попробуем. Так, все, таверна. Ну все, я их завалил. Давай мне награду какую-нибудь. Ходу он мне ни хера ничего не даст. Что-то в портал какой-то верит, наверное. Почему у меня минус 257? Что-то то, что что-то ломаешь, там у тебя вычитается? Хрен поймешь. Так, какой портал-то? Кил убить монстра какого-то. Которого ни хера не найдешь. Блин, в темноте. А, вот теперь портал меня приключил. А, нифига. По миру лазим, да? Произошла ошибка. В следующем приложении какой-то сбой. Так, вот я перезашел, просто какая-то ошибка была.
сейчас на каком-то новом болоте мы. Или чё это? Надо сквозь дебри пробираться надо. Да, здесь тоже можно опять подсветку прибавить. Чутка. Здесь по болотистой местности кто-то возьмёт. Вот такая вот РПГшка неплохая. Да еще тем более, у кого есть подписка, вы ее можете скачать бесплатно. А без подписки стоимость игры я укажу в описании, как обычно. На этом я, наверное, свое видео заканчиваю. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Всем пока.